Здравствуйте. 11 декабря мы отметим печальную дату, 25 лет с момента начала Первой Чеченской войны. И сегодня мы вспоминаем эти события с Валерием Чугуровым, руководителем Сергиево-Посадского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство», участником боевых действий Первой Чеченской. Валерий Борисович, здравствуйте. Добрый вечер. Валерий Борисович, действительно сейчас, уже по прошествии 25 лет, многое стирается из памяти. И даже те люди, которые, может быть, не были очевидцами, но были современниками этих событий, не смогут четко вспомнить, что же стало причиной того, что Российская Федерация вводит свои войска на территорию своей республики, Республики Чечни, для наведения там порядка. Расскажите, пожалуйста, предысторию, что предшествовало 11 декабря 1994 года. Наверное, нужно начать с того, что в 1991 году власть пришла. Президентом Чеченской Республики стал генерал Дудаев. Он сказал, что я независим ни от кого, и начал вести свою политику. Политику бандитизма, политику разгула, уничтожения русскоязычного населения на территории Чеченской Республики. Ну и все из этого выходящее. Если... Надо отметить, что 91 год — это год, когда развалился Советский Союз. Да. Вот, в 92-м году, в 93-м году, в 94-м году банда Шамиля Басаева периодически захватывали заложников в Минводах, ну вот в северокавказских городах. И практически он уходил безнаказанно. Это вот, ну, кто помнит то время, тот помнит. А в это время на Северном Кавказе горел осетино-ингушский конфликт, который разгорелся в октябре 92-го года. В общем, обстановка была напряженная, и мы там периодически, вот практически с 92 по 94 год, мы практически не выходили, ну так, менялись, вот, были в командировках на Северном Кавказе. То а 91-92 год, вы где служили? В 92-м я уже служил в Софринской бригаде. В Софринской бригаде. И Софринская бригада, она на Северном Кавказе уже присутствовала она своими она частями? Присутствовала с мая 92 года. С мая 92 она присутствовала. Уже практически, да, меняли друг друга, но с мая 90-го, был Моздок, перекрывали границу, а в октябре, когда начался осетино-ингушский конфликт, вошли уже подразделения для разъединения враждующих сторон и наведения конституционного порядка. Там была тоже такая маленькая война, и вот мы там тоже принимали участие. Но вот это осетино-ингушские, да, это да. Соседи конечно, с Чечнёй, конечно. Да? Да, да, да. И тем не менее, мы понимаем, что Чечня, она де-юре в составе России, а де-факто она никаким образом не подчиняется федеральному центру. Никаким. И сейчас много говорят о том, что подтолкнуло руководство вводить туда войска и как это было сделано. Вот можете мы немножко рассказать. Летом 1994 года перед Ельциным появился такой небезызвестный товарищ, сейчас его нет. Руководитель Совета национальности Николай Егоров и сказал о том, что я решу проблему Чечни, и чеченский народ устал от бандитизма там, а я знаю, как это делать, я только дайте мне полномочия и так далее. Совет безопасности выслушал его, ну и начались определенные мероприятия, поэтому, так сказать, о наведении этого порядка. В ноябре 1994 года экипажи офицеров Кантемировской дивизии, на броне была оппозиция Надтеречного района, первый раз вошли в город Грозный в ноябре. Колонну эту сожгли, всех этих, кто на броне был, убили, вытащили из брони и взяли в плен. И сказали, Дудаев сказал, признайте, мы вас отпустим. То есть признайте, что это российские военные? Да, да. А они шли как оппозиция антидудаевская? Да, да, да. Ноябрь, я не помню, 16-17 ноября, но вот где-то в это время, вот был первый раз. Вошли, их там всех перебили. Вот, и их показывали потом пленных танкистов и так далее. Танкисты были с Подмосковья. Вот этого. А потом убедили президента, убедил он Совет Безопасности, то, что нужно начинать ввод войск. Главнокомандующий внутренними войсками тогда был Анатолий Куликов, он категорически был противником ввода войск. Категорически, что нужно было подготовить. Не готовы все были к этому. Министр обороны тоже пытался, Павел Грачев, он тогда был министром обороны, пытался всячески сопротивляться этому действию. То, что давайте подготовимся, давайте там изучим ситуацию. А Егоров настаивал на том, что о вводе войск именно сейчас. Вот.
Но он человек военный, и приказ главнокомандующего, это был закон, и они начали готовить ввод войск на территорию Чеченской Республики. Создали несколько группировок, группировка Северо-Восток, группировка Восток, группировка Запад. И 11 декабря, как сейчас помню, я был ответственен на пороте, это было воскресенье, 11 декабря, включаем телевизор утром и показывают вот частей подразделений, все солдаты говорят, товарищ капитан, смотрите, все, в бригаде там, говорит, вот войск, группировку. А нам, мы не подвергались никаким боевым готовностям, ничего, мы просто были как-то, все были. И уже в понедельник на разводе комбриг сказал о том, что введена объединенная группировка войск Министерства обороны, МВД, ФСК, тогда ФСК было, МЧС, для наведения конституционного порядка в соответствии с указом президента. И вы понимали же, что ваша бригада тоже все может сразу, участвовать? Все сразу, однозначно. Все знали, все понимали, все четко отдавали отчет. Но бригада боевая, опыт огромный, механизм, только дай команду, и механизм закрутится независимо от того. Каждый знал свое место. Командир батальона, командир роты, командир взвода, старшина, солдат, все знали. Это было, ну, это был обычный, собраться в командировку, это был обычный рабочий момент. Тут ничего такого не было. В зависимости нужно было определяться, сколько брать боеприпасов, брать ли там щиты и мечи, ну, я имею в виду, там, для разгона демонстрации и так далее. Но это уже никто не брал, все готовились к войне. Декабрь 94 года, вот войска введены, в Новый год 31 декабря начинают бомбежки Грозного, то есть первый штурм Грозного начинается. Все это, по-моему, проходит неудачно для российской армии. А вы когда оказались уже в Грозном? Значит, бригада, команда, боевое распоряжение на подготовку и передислокацию, пункт временной дислокации в Чеченскую Республику, бригаду пришел 9 января. Отставить, 7 января. Я бы, опять же, был ответственным. Командир собрал командиров батальонов отдельных рот. И они определяли, комбриг определял, кто едет первым, кто едет, ну, понятие такое, кто едет на ввод. Он определяет и так далее. Вот. Он сказал, ты готовишь здесь личный состав, ты меняешь своего заместителя. Мой зам уехал, он отбыл январь месяц, я уже в феврале прибыл туда. Бригада вошла в город Грозный 11 января. Что вы увидели? Первый раз, когда я увидел разрушенный полностью Грозный. Я не увидел людей, я не увидел собак, я увидел трупы, лежащие на дороге. Это были российские солдаты. Они были не убраны еще в феврале месяце. Валерий Борисович, смотрите, кампания, вот эта первая чеченская война, она длилась, ну, почти 2 года, да, до 96-го года. До декабря. До декабря 96-го года. И, собственно, прекратили, по-моему, в связи с тем, что у нас президентские выборы в 96-м году были. Нужно было как-то ситуацию в стране немножко подуспокоить. Ну, политическая ситуация была создана таким образом, что у нас появился на политической арене новый, так сказать, представитель. Это Александр Лебедь. Его назначили после первого тура выборов председателем Совета Безопасности. Он сказал, что я решу вопрос с Чечней. Он ездил по Чечне, не имея на то никаких полномочий, не имея полномочий на подписание каких-то документов. Он договорился с Масхадовым, он договорился о том, что будет там, я решу проблему Чечни. Ну и все, подписал мир, войска выходят. То есть 96-й год, собственно, вот 2 года воевали, а потом просто вывели войска? Да, да. Но вопрос Чечни, как они себя позиционировали как независимое государство, это каким-то образом закрыло или нет? Нет, конечно. Они чувствовали себя победителями. Это нужно. Войска уходили в чистое поле. Войска, ну, преданы были, по большому счету. Армия, внутренние войска, все, кто там был, они были преданы. Вот в тот момент было предано. Это все понимало, все понимали, кто был там, кто был здесь, кто погиб. Все понимали, зачем, за что и почему. Он не пользовался никаким авторитетом, все считали его предателем. Валерий Борисович, потом была еще 99-й год и вторая чеченская кампания. Вот через эти две войны на Северном Кавказе сколько наших земляков прошли? Ну, по нашим данным, прошло 1246 человек.
Это за две кампании здесь, участника боевых действий в Чеченской Республике. Сейчас там выполняют задачу, но мы пока еще, у нас данных нет. Но вот кто на, мы сверку делали на 2014 год, был 1246 человек. Сколько погибших? 26. 26 человек. А боевое братство каждый год в Сергиевом Посаде вспоминает эту дату, начало Первой Чеченской войны. И в этом году тоже вы готовите события. Что будет? Значит, как вспомните? Я хочу подчеркнуть, что это единственный город Московской области, где каждый год вспоминают начало. Ну, мы соединяем афганской и чеченской войны. В этом году было 30 лет вывода войск из Афганистана. 15 февраля мы свое мероприятие проводили. И у нас так совпадает, когда юбилей вывода войск из Афганистана. И в этот же декабре, вот 30 лет тогда, мы проводили мероприятие. Сейчас 25 лет начала чеченской кампании. Что будет в этом году? Мы поменяли формат. Мы формат поменяли на Скидских прудах 7 декабря. Мы проводим торжественное мероприятие памяти, посвященное началу первой чеченской кампании. Называется оно «25 лет назад» с элементами военно-исторической реконструкции и блоком памяти. Что туда входит? Первое. С 13 до 14.50 для детей, подростков, для представителей кадетских классов, юнармии будет создано несколько интерактивных площадок. Первое – это историческая справка. Детям будет рассказано о начале Чеченской войны. Потом будет выставка вооружения, специального вооружения. Это все делает Росгвардия. Выставка вооружения. Потом порядок изготовки с оружием. Будет показан комплекс специального ножевого боя. Будут спецназовцы это показывать. Потом будет полоса препятствий, им очень нравится это бегать. Там будет работать полевая кухня, оркестр и так далее. В 15.00 до 15.30 у нас будет военно-историческая реконструкция. В течение 30 минут бой на привокзальной площади 131-й Майкопской бригады. А с 15.30 после окончания у нас будет блок памяти. Да, лазерное шоу, блок памяти и салют. Валерий Борисович, почему вы считаете, что об этих датах нужно сейчас говорить? Ну, наверное, это история нашей страны, это раз такая тяжелая, она прошлась по всем субъектам, по всем городам, селам. В каждом городе есть погибшие, в каждом. И забывать эту войну никак нельзя. Нельзя. Если мы забудем ее, то мы забудем всю нашу историю. Валерий Борисович, спасибо за сегодняшний рассказ. Я напомню, что в нашей студии был участник боевых действий Первой Чеченской войны, руководитель Сергиево-Посадского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Валерий Чугуров. И мы вспоминали дату 25 лет начала Первой Чеченской войны. Всего доброго. До встречи. Одежда для ведущих представлена фабрикой женской моды «Перерус».